Добрый день, Казахстан! Мы представители турецкого этнокультурного центра АХСК Сарамского района, поддерживаем челлендж «Готовим дома» и сегодня приглашаем вас отведать традиционное национальное блюдо хинкал. Самый ответственный момент. Начинаем с замешивания теста. Тесто должно быть пресным. В составе теста яйца, соль, мука, вода. Тесто готово, даем ему время отдохнуть, накрыв пищевой пленкой, минут на 10-15. Готовим универсальную начинку. К мелко нарубленному луку добавляем соль, перец по вкусу, перемешиваем с фаршем. Готовим тесто к разгадке, делим его на равные части. Приготовление национального блюда хинкал всегда сопровождается дружными встречами, веселыми разговорами и дружественной атмосферой. Лепим хинкал таким образом, чтобы через оставшиеся отверстия бульон попадал внутрь. Варим хинкал в кипящей подсоленной воде. Хинкал варится около 3-5 минут, чтобы хинкал не прилип ко дну. Перемешиваем его. Накрываем крышкой и оставляем на 3-5 минут до того, как готовый хинкал. Раскладываем по тарелочкам. К столу подаем в горячем виде. К хинкалу предлагается два вида соуса, это чесночный соус и кефир.